Всех приветствую на своем канале. Ездил сейчас с утра в город, купил такой антифриз. Сейчас 2 минуты скажу про него. Ну, антифриз самый дешевый. Речь не о нем, а о радиаторе на МТЗ. Верхнюю крышку на радиатор я купил новую, из жестянки. Так вот, эта жестянка сгнила за 2 года. Ну, я не думаю, что прям за 2 года, а... Получилось так, что зимой перебирали, слили антифриз и посмотреть, что получится, залили воду. Я про нее забыл. И воды было не целый радиатор. И вот по эту кромку он начал ржаветь. Верхняя крышка по это не целый радиатор. И получилась дырка. Можно было ее запаять без проблем, но я не стал заморачиваться, поменяли новую. Привез антифриз. Так вот, вот такой антифриз, вот этот 10 килограмм у нас в Твери, стоит 777 рублей, по-моему, я покупал. Да, так что речь не об этом, а будет вот об этом. Вчера надо было замотать рулонов, наверное, 100. Я замотал рулонов 20 и порвал цепь. Но порвал цепь не по причине какой-то поломки или чего-то, а по своей халатности. То есть я слышал, как слетела цепь с натяжника. Цепь уже была вытянутая, я ее подтягивал, но слетела. Я пошел посмотреть и намотал, разорвал он ее в 2 местах. Суть не в этом даже. Эта цепь простая, савдеповская, самая дешевая. Ну, не самая дешевая, просто я пришел в магазин и купил ее цепь, эту цепь и поставил. Отходила она 3 сезона. Да, я много раз говорил, что не в сезонах дело, а в количестве рулонов. Так вот, по рулонам она у меня отмотала, ну, где-то 5 тысяч, наверное, рулонов. Ну, а сейчас 3 сезона, по 1,5-3, и сегодня... И сейчас где-то 2-4,5, да, 5000 рулонов она у меня отмотала. Покупал я тогда что-то за 1700 или 1900. Сейчас поехал, точно такую же купил. Вот она лежит. Купил я за 3055 рублей. То есть не стал не смотреть ничего, сейчас буду ставить ее. Вот старая, старая, почему не стал ее укорачивать даже? Потому что стал смотреть и много... Роликов нету. То есть вот смотрим, вот нету роликов. Вот нету роликов. И эту стал смотреть. То есть вот нету роликов. 3-4. Вот нету роликов. И не стал ее делать. То есть поехал, купил новую. Сейчас буду ставить. Так что покажу. Вот количество сейчас у нас рулонов. Мне там осталось рулонов, наверное, 70. Закатать, так что сегодня сейчас делаю все и быстренько поеду докатаю, потому что сено пересыхает. Так как у нас уже неделя жары. Ладно, смотрите, что будет. Да, цепь, по моим предположениям, насколько я помню, она будет... длинная. Должна быть. Ну, сейчас и будет момент истины. По-моему, я в прошлый раз обрезал. Так, вот. Значит, усы можно обрезать. Тогда у меня сейчас попробую так поставить и натянуть натяжник, что получится. Thank you.
ну вот я натянул цепь, новая, 5-метровая, все один в один, ничего не обрезал, все подтянул, зазор есть, играть она будет, цепь подтянута, ну вроде все, сейчас посмотрим, как мотать будет. Ладно, смотрите. Так, ну что, все я собрал, поставил, сейчас поеду помотаю. Мотаю, ну не знаю, покажу, может, пару кадров. Смысл уже все 10 раз показываю. Так, закрываем. Сейчас колесо подкачаем. Так, ну вот, цепь у нас сейчас работает в штатном режиме, то есть без всяких эксцессов, без всего, как положено. Так, вот буквально пятак, тут, наверное, гектара полтора, не больше, будет. 33 рулона, то есть хорошее местечко, вот этот пятачок. Попробуем убрать несколько кустов хотя бы. И на следующий год, я думаю, здесь будет достаточно хорошее сено. Может, Тимофеевки клевера так подсею без всего. Ну, и так хорошее здесь сено. Кусок очень хороший. Сейчас проверим нашу цепь. Так. Все нормально, я выгрузил. У меня в поле меньше рулонов, чем на этом пятаке. Я говорю, то есть все в штатном режиме работает без всяких яких, так что наша и немецкая, не сомневаюсь, она будет 10 сезонов ходить, но цена ее за 30 000, то есть сейчас мне кажется еще и больше, так что сейчас забыл посмотреть количество рулон, 1783. Так. Да, немецкая цепь, то есть хорошая цепь, будет ходить и 10 сезонов, я не сомневаюсь, но цена немецкая еще тогда была 20 000, сейчас, я думаю, 30-40, кто знает, напишите, сколько, какая стоимость цепи. А так вот 3000 рублей поставил и поехал, все. Ладно, на этом, наверное, все.